школе Александр любил два самых сложных предмета – физику и математику. Дома вместе с отцом создавал разные мини-устройства, а в 10 лет собрал свою первую электронную плату. А сегодня новоиспеченный бакалавр краевого политеха – автор автоматического блока питания для приборов учета воды. Началось все с выбора метода получения энергии. Был выбран эффект Зейбика, потому что он наиболее прост в изготовлении и надежен. Также была разработана печатная плата, на которой уместились контроллер заряда и повышающий преобразователь. Иными словами, в отличие от большинства других приборов для передачи данных воды, которые заряжаются от батареек или розетки, этот работает от специального аккумулятора и автоматически собирает и передает данные. Плюсы. Не надо будет каждый месяц передавать показания в ручном формате. И в целом можно будет забыть про счетчики воды. Автор разработки протестировал ее технически, работает исправно. Но впереди контрольная проверка на возможные недочеты и их устранение. Когда все будет доработано, прибор планируют отдать в массовое производство. Если найдется, конечно, потенциальный инвестор. Автор ноу-хау на это очень надеется. Говорит, у многих будет возможность забыть об одной из своих забот. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.